Всем привет! Сегодня была в магазине Fix Price. Сюда привезли очень много новинок. Давайте вместе с вами скорее их посмотрим. Магазин, в котором я была, находится по адресу город Саратов, проспект Энтузиастов, дом 39. Очень необычная, интересная новинка в отделе декора. Это копилка для пробок, для винных пробок. Ее размер 19 на 5 на 27 сантиметров. Одна сторона у нее прозрачная. И в то время как сама копилка наполняется пробками из-под вина, вы можете видеть содержимое, сколько этих пробок тут. Похожие варианты декора видела и раньше. Кстати, многие такие покупают. Не знаю, как в качестве подарка, но кто-то берет такое для себя. Состав натуральная береза. Мне кажется, это все-таки фанера. На выбор есть несколько вариантов. Отличаются цветом и надписью. Изготовитель Россия, город Москва. Цена 249 рублей. Сразу несколько новинок в отделе с детскими товарами, в отделе с игрушками. Первая называется «Озорная кричалка». Сделана в виде забавного яркого мегафона. Игрушка позволяет записывать голос и воспроизводить его в измененном виде. Есть три варианта звучания. Это мальчик, девочка и робот. Можно использовать встроенный набор звуков. Работает от двух батареек, в комплект не входит. Игрушка представлена в нескольких вариантах. Она сама выполнена из пластика. Не забудьте, если будете выбирать ее, купить отдельно батарейки. Насколько я поняла, нужны пальчиковые. Цена новинки 349 рублей. Следующая новинка для самых маленьких даже подойдет. Это игровой набор тактильный мячики. При сжимании они пищат, подходят для сенсорного развития. В одном наборе сразу 6 разных мячиков. Они отличаются формой. Их можно еще использовать для купания. Подходят для игр в воде. Цена такого набора 249 рублей. Игрушка, которая была в нашем детстве, называется Йо-Йо. Она еще светится. Играть можно с помощью ниточки, которая находится внутри. Закручивается игрушка по спирали. Цена 149 рублей. Панель 3D самоклеющаяся. В наборе 4 штуки. Размер каждой 29 на 29 сантиметров. Такие панели подходят для отделки стен, потолков и мебели. У них необычная текстура. Самое главное — это подготовить поверхность, чтобы она была чистая, для того, чтобы панели долго держались. Цена одного набора из 4 штук 199 рублей. Очень интересные, красивые шторы для ванны. Совсем отличаются от тех, что были раньше. Даже через упаковку видно, что шторы выполнены из плотного материала. Размер 180 на 180 сантиметров. В комплекте есть 12 колец. А насколько я понимаю, выполнена из водоотталкивающей ткани. Состав 100% полиэстер. Немного напоминает хлопок или лен. Много различных вариантов есть. С абстракцией, с рисунками. Есть однотонные, серые, коричневые, бежевые варианты. Если уже купили данную штору из новой коллекции, делитесь в комментариях, как вам, понравилось или нет. Цена 249 рублей. Новинки в отделе товаров для кухни. Сковородка от марки Вари. Лучшая цена — это сковородка блинная. Удобная ручка. Сковородка достаточно легкая. Диаметр 24 сантиметра. Алюминиевая с противопригарным покрытием. Как раз актуальна в преддверии масленицы. Цена в магазине Fix Price 349 рублей, а по карте Fix Price еще меньше — 332 рубля. Следующие полезные новинки — это металлические миски. У меня есть похожие, покупала года 4 назад. Единственное, у меня форма немного отличается. У меня тоже их несколько. Отличные, подходят для замеса теста, перемешивания салатов. Если готовите блинчики, просто классная миска, точно рекомендую. Есть сразу несколько объемов: 2 литра 600 мл за 249 рублей. И объемом поменьше — литр 600 мл. Цена 149. Еще такие миски можно брать с собой на природу, в поход или на дачу. Очень удобно. И второй вариант мисок тоже с нержавеющей стали, но одна сторона яркого цвета. Объем 2 литра 800 мл. Я так понимаю, что это вот вся весенняя коллекция, которая выполнена в желтом и розовом персиковом цвете. Несколько расцветок на выбор. Цена 249 рублей. Еще одна полезная находка — это сито с ручкой. Диаметр 13,5 сантиметров. Можно использовать для муки, можно процеживать бульоны, компоты, вылавливать пельмени. В общем, вещь полезная в доме. Состав нержавеющая сталь, цена 83 рубля. Посмотрите, что еще интересное нашла. Это новинка — мороженица. Прибор для приготовления домашнего мороженого. Можно создавать самим дома. Я так поняла, что данный гаджет состоит из нескольких частей. Я даже слышу, что внутри находится вода. Данный прибор
нужно положить в холодильник на 12 часов, точнее в морозилку, вверх дном. Затем подготовить смесь, из которой вы будете делать мороженое. Добавить фрукты и ягоды и с помощью лопатки разложить мороженое порционно или сверните в трубочку. Можно процесс повторять до 5-7 раз, пока данная основа, данный прибор останутся холодными. Состав алюминий, полипропилен и хлад-агент. Очень необычная новинка. Интересно попробовать, как это работает. Возможно, даже куплю и попробую приготовить мороженое дома. Цена данного прибора 349 рублей. Вы только посмотрите на эту большую, даже нет, огромную миску, супер тяжелую. Это салатник диаметром 31 сантиметр, супер тяжелый. Подходит, как указано, для холодной и горячей пищи. Изготовитель торговая марка Паша Бахче. Можно мыть в посудомойке, использовать в холодильнике. Изготовитель Нижегородская область, город Бор. Я даже не знаю, больше для фруктов он подойдет или для подачи каких-то больших порционных блюд. Возможно, плова большого, хотя нет, наверное. В общем, если вы знаете, для чего применить такой огромный салатник, пишите в комментариях. Салата действительно поместится очень много. Стоит, кстати, салатник не очень и дорого. Цена 199 рублей. Объем 5 литров. В этом фикс-прайсе вся коллекция красивой посуды в желтом цвете. Давайте посмотрим поближе эту серию. Салатник объемом 870 мл. Кстати, посуда из фарфора. Цена 124 рубля. Дальше идет плоская, немного глубокая тарелка. Можно и для первого, и второго использовать. Диаметр 20 сантиметров. Цена такая же. И большой салатник, тяжеленький такой. Объем 2 литра 400 миллилитров. Он самый дорогой из этой серии. 249 рублей. Посмотрите, какая красота. Уже чувствуется весна. Масленица скоро. Привезли блюдо для блинов. Диаметр 25 сантиметров. Можно подавать красиво блинчики и добавлять варенье, джем, мед. Прямо в этой тарелке. Хорошее качество исполнения. Мне понравилось. Цена 199 рублей. Еще одна серия посуды сразу в трех цветах. Это светлый, темно-розовый и черный цвет. Здесь можно приобрести чашку чая, но объем 245 мл. Небольшая, для кофе или чая подойдет. Цена 62 рубля. Блюдца. Вот так будет смотреться чайная пара вместе. Блюдца продается отдельно. Цена такая же, 62 рубля. Следующая пиала или бульонница по-другому. Объем 260 мл, тоже 62 рубля. Тарелка глубокая, которая для первого и для второго подойдет. Из керамики сделана, 640 мл. Кстати, в черном цвете видно царапины, поэтому со временем их станет больше. Цена 99. И тарелка диаметром 20 сантиметров, тоже в нескольких расцветках. Цена 87 рублей. Соевый соус в новой упаковке Ямчан, классический. Объем 205 мл, цена 33 рубля. Печенье сэндвич с кремовой начинкой Белогорье, 215 грамм в упаковке. Цена 55 рублей. Козинак порционный, подсолнечный, с добавлением шоколада, в шоколадной глазури. Масса 40 грамм, цена 19 рублей 60 копеек. Вот этот бальзам для губ продается в предкассовой зоне. Я покупала его, пользуюсь им. Показывала, кстати, в своих покупках. Там я показывала, что еще интересно и полезно купила из магазина FixPrice. Если вдруг пропустили видео, обязательно посмотрите. Ссылку оставлю на него в описании. Бальзам классный, дает небольшой розовый оттенок. Цена 79 рублей. Еще один бальзам тинт для губ. Легкая текстура, стойкий финиш без липкости. Тут только в одном оттенке 0,2. Изготовитель Китай. Торговая марка Yoki Toki. Такой я не пробовала. Только один цвет в этом магазине FixPrice. Цена 99 рублей. Носки женские с красивыми медведями.
размер с 35 по 39. Состав 62% хлопок, 36% полиэстер, 2% эластан. На выбор практически все расцветки: розовый, черный, голубой, серый и другие цвета. Цена 99 рублей. Новые женские колготки Омса 40 Den Beauty Slim. Размер представлены от M-ки до 4XL. Цена 199. Очень необычные красивые детские сумки Pop It. Посмотрите, как красиво смотрятся. Можно носить как с короткой, так и с длинной ручкой. Размер самой сумки 14x4 на 17,5 сантиметров. А это короткая ручка. Есть еще дополнительно длинная. На молнии сумка. Сюда поместится немного. Например, ключи от дома, телефон. И, возможно, еще какая-то мелочь. Цена 299 рублей. Новинка в канцелярии от Эрих Краус. Это краски акварельные, 17 цветов, неоновые. Увеличенный объем, продаются без кисточки. Не токсично. Ценника нет, еще не повесили. Видимо, только привезли. Вот это очень полезная новинка. Это подставка для книг металлическая. У нее регулируется угол наклона. Отлично удержит даже самые тяжелые учебники. У меня похожая подставка была в детстве. Действительно удобная во время того, когда ребенок учит уроки. Тоже возьму такую своим детям. Вот в таком ярком желтом цвете с котиками. На выбор, кстати, много вариантов. Цена 299 рублей. Следующий блокнот на спирали называется Sketchpad. Просто белые чистые листы, почти как альбом, только чуть поменьше формата. Всего 60 листов, цена 124 рубля. Очень много книг в этом фикс-прайсе, и детская литература, и взрослая. Вот эти книги впервые вижу в фикс-прайсе. «Русская изба». Есть еще один вариант. «Мифы и легенды Древней Руси». «Чудеса народных промыслов России». Внутри очень хорошая плотная бумага, отличного качества. Яркие картинки, изображения. Много полезной, интересной информации. Издательство «Феникс». Автор Андреевская Жанна. Цена новинки 299 рублей за каждую книгу. Целая серия книг «Королевская кровь». Я так понимаю, здесь 10 томов. Книга в твердом переплете. Почти все есть серии в этом фикс-прайсе. Цена 349 рублей. Для уборки дома появилось средство, называется «Супергерой». Многофункциональное чистящее средство. Подходит для кухни, ванной, раковины, унитаза, сантехники, кафеля и пола. Объем 490 мл, цена 79 рублей. Карандаш для чистки утюгов подходит для всех типов поверхностей, удаляет загрязнения, накипь. Подойдет для нержавеющей стали, керамики, алюминия и тефлона. Моментальный результат. Цена 49 рублей 50 копеек. Ароматическое саше продается в коробочке. Изготовитель торговая марка «Старина» с натуральной лавандой. Можно повесить в шкаф или положить в ящик с одеждой. На выбор только один вариант с лавандой. Цена 149 рублей. И вторая ароматная новинка называется «Саше ароматическое гипсовое» для ароматизации небольшого помещения или закрытого пространства. Опять-таки можно убрать в шкаф. Есть аромат лаванда, хвоя и цитрусы, а также жасминовый букет. Цена новинки 149 рублей. Снова привезли красивые цветочки. Видела такие в прошлом году. Выглядят как самые настоящие. Это орхидеи. Посмотрите, какая красота. Полностью искусственные, из натурального. Здесь только камни, они настоящие. На выбор есть в темно-сиреневом, розовом и белом цвете. Очень хорошее качество исполнения. Сделано в Китае. Цена 299 рублей.
Уже много новинок к 8 марта. Давайте покажу, что есть из этой серии. Вот такой набор мыльных цветов. Это лепестки роз, точнее бутоны роз, 9 штук, которые растворяются в воде. Продаются в коробочке. На выбор несколько вариантов в сиреневом, красном и розовом цвете. Цена новинки 199 рублей. Подарочные пакеты, очень красивые, с цветами, с пейзажем, как будто целая картина нарисована. Дизайны в ассортименте. Размер 22 на 10 на 24 сантиметра, цена 55 рублей. Пакеты размером чуть побольше, тоже симпатичные. Размер 25 на 20 на 12 сантиметров, цена 49 рублей. И самые большие подарочные пакеты дополнительно с ленточкой, тоже красивые. Размер 28 на 35 на 12 сантиметров, цена 69 рублей. И подарочная упаковка тоже к 8 марта с весенними цветочными расцветками. Большой рулон размером 70 на 100 сантиметров можно купить за 55 рублей. На сегодня это все. Спасибо, что посмотрели видео до конца. Желаю отличного дня, прекрасного настроения. Увидимся очень скоро. Всем пока!